Так, всем привет. Перед нами телефон Meizu M6. 3 гига оперативки, 32 своей памяти. Так, и сейчас посмотрим. Сейчас я вам расскажу в этом видео. Так, немного яркость уберем, чтобы было видно. Расскажу, какие, собственно, игры можно поиграть на данном телефоне. В принципе, вы поиграете во все игры на данном телефоне. Проблем с установкой не будет, потому что вот у меня сколько установлено игр. И, ну, это не говорит о том, что я задрот телефонный. Это на самом деле говорит о том, что игр можно установить сколько вашей душе угодно. Если у вас 3 гига, телефон стоит порядка $100. Достойный результат. Сейчас давайте сразу начнем с топовых игр. Это World of Tanks, Asphalt 9. Сразу скажу, в таких играх, как World of Tanks, Blitz, на максимальной графике играть некомфортно, поэтому для данного процессора, тут МТК-шный процессор, тяжело ему в современных играх, особенно онлайн-игры, которые со свободными, собственно говоря, картами. Вот, данные игры сетевые, которые требуют много игроков, придется ползать на минималке настройки. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, тут кадров 25 есть на максимальных настройках. Но, как бы, подлагивания. Идут подлагивания, поэтому... Ну, это видео будет интересно, кто собрался покупать данный телефон. Если вы фанат World of Blitz, то я вам советую переплатить рублей 1000 и купить уже на любой другой телефон. Может, даже Meizu взять уже, который... M6 Note или следующей модели. Вот, вам будет играть как комфортнее. Я показываю, как, собственно говоря, происходят бои. Вот уже здесь видно, я поставил максималки. Так, настройки, сейчас залезем, посмотрим. Яркость можно, наверное, прибавить. Настройки все высокие стоят. Вот, сейчас специально катану на высоких, чтобы... Кому интересна данная игра, меньше половины знает, я, в принципе, не игрок. Поиграл я в данную игру, блин, но это действительно, это сложно. Приходится так нормально задрачивать. Сейчас фокус. Итак, ну вот, как тут ехать. В принципе, поиграть можно. Но какие-то моменты, вот это вот подлагивание, конечно, может... зарешать. А тут вот как. Я, конечно, боец тот еще. Чпоньк. Так, он стоит, мы с ботами, что ли, играем? Я просто не в курсе. Ну, пусть стоит. Я же противник. Собственно говоря, поиграть можно на этом телефоне в любую игру. Ну, что вы мне его не оставили? Вот, но... комфорт от игры. Блин, мне вот, конечно, удобнее было тут управлять, а это и крутить как-то. Мне некомфортно. Автоприцел что-то какой-то есть. Так, вот это же реальный, мне кажется, игрок. И нет, это не реальный игрок, потому что... Так, нам надо, мне кажется, заехать. Давай, стрелем. Вась, езжай. Едь. Неудобно. Еще посоветую, знаете, еще кто собрался, кто играет именно в эту игру. Тут диагональ 5,2, берите смело 6. Чем больше экран в этих играх, тем удобнее играть. В принципе, как говорится, было бы в что играть. Но это вряд ли игроки. Короче, ребят, что я скажу? Ребят, там кто, девчата... Будет смотреть. Короче, поиграть можно. Это мы сейчас на высоких. Потом поюзаем. Блять, у меня еще с управлением тут беда. Так. Движемся. Сложновато вот с управлением. Ну, как не сложновато, дело привычки. Мне вот неудобно. Мне бы вот поменять бы. Левой рукой обзор, чтобы был, а правым пальцем ездить. Так, это наш чувак что-то стал здесь.
Так, а сколько тут хп? Так, мы проигрываем 5. В нули, короче, проигрываем. Ну, оно и понятно, какие бойцы. Что, по умолчанию лампочка есть? Ничего себе. Вот, и сейчас следующую катку запустим на минималках. Так, надо, мне кажется, прибрать. Вот так вот нормально будет. Так, как выйти из боя? В сухую проиграли. Походу все тестировали. Так, это будет такой длинненький обзор. Я планировал на Meizu M6, поэтому тут отсмотрел до конца тому конфетку. Так, ладно. Быстрый старт. 320 рублей. Нормально. Барыжит нормально. Так, у нас есть поддон. Откуда он? Дарен какой-то поддон. Подпаттен. Так, и мы сейчас... На низких. О, даже есть сверхнизкая. Ну, короче, если вы... Так, тут применять ничего не надо. Ну-ка, стоп. Ну, там я увидел кнопку управления. Возможно, здесь все можно подстроить под себя. Версия прицела. Ну, ладно, тут я... Что времени терять? Поехали. Так, а вот я что-то не уверен, но настройки поменялись. Так, все, на минималках, сейчас посмотрим, а есть ли разница. А, и этот танк у нас не появился, его просто можно купить за голду, понятно. Поехали. Пополняем припасы. А что они не могли сделать такое же меню, как в World of Tanks? Что было? Тут меню похоже больше на World of Warships. Еще один отличительный момент Meizu, когда играешь, звук закрывается, потому что динамику здесь наверху. Это, конечно, дело привычки. Так, у нас минималки. Да, ребят, не смотрите, низкие настройки. И вот ваш 60 кадров. 58 вот FPS. Играть комфортно. Вот это да, уже плавность картинки идет. Графа снизилась, ну я бы... Не сказал, что она прям снизилась. А что тут какая-то помощь в прицеливании, походу, идет. Так, мне вот эта помощь ни к чему. А что прицел как-то ходит? Странно. Он его как будто это в автозахват. Ага, тут прикольно, конечно. Для телефона все сделано. Но я первый раз играю в Блиц. В танке я так поиграю, профессионал. Вот, а вот в Блиц, конечно, проблема. Ну да, а попал, да? Вот это мне не нравится, что оно как-то в автоприцел сразу берет. Ну, игра есть игра, поэтому на низких 58. FPS вам обеспечено, что является комфортом в игре. Так, земля убита. Пипочка не бьет, что ли, у них? Вот у нас в танках, конечно, филейные части, они на раз пробиваются. О, я сделал первый фраг, все-таки я не на... Или это не я вообще сделал? Или я своего убил? Да не, вроде циферка один моя. Так, ну что? Так, вон там еще... И мне это, короче, сейчас с ботами играет стопудово. Либо тут собрались все такие же, как я. Так, счет 3-3. Вот, видите, 60 кадров появилось, то ли я уже свой скилл обновил. Ну, уже играть намного комфортнее, чем было до этого. Блин, с управлением, конечно. Да едь назад, во. Давай чуть повернем. Ой, огонь! Сейчас так и буду стоять до победного. Чпоньк! Так, и мне кажется, на средних тоже может быть. Сейчас еще давайте средние заюзаем. Обзор долгий будет, хороший. По играм. Кому не сложно, напишите тайм-коды. Какие игры, когда... На видео присутствует. То есть, кому есть не лень.
Короче, для этого процессора настройки по графе это средне-низкие. Если для таких динамических игр, если для простых, казуальных каких-нибудь, мы их проверим, там проблем вообще нет. Ой, блин, не повернул. Так, где у него боекомплект? Здесь подожжем его. Я не знаю, где у него боеуклад. Так, чистая победа. Так, 58. На высоких в районе 30, по-моему, был. Я вот забыл смотреть. Отличный бой, говорят. Голды мне, пожалуйста, за отличный бой насыпьте, чтобы я это... Ну, чтобы я в World of Tanks поиграл на компе. Так, еще же есть сверхнизкая, поэтому для любых телефонов они сделали. Молодцы. Я теперь понимаю. Так, потребуется перезагрузка, да? Ну, короче, ладно, не будем перезагружать. Все и так понятно, что на низких, на средних играбельно, на высоких. Вот даже средний уже, видно, подтормаживает немножко. Поэтому... А, ну танки тут все такие же. Арты, по-моему, здесь нет. Так, переходим к следующей игре. World of Tanks идет. Я знаю много фанатов World of Tanks. Так, Асфальт 9. Хит. Игр, кому нравятся действительно гонки, качественные гонки, эта игра именно для вас. Короче, идут все игры. Выльта нет, но на высоких будут тормоза. Сейчас асфальт на высоких. Я в какой-то гоночный симулятор играл. В принципе, я играл на высоких. Так, давайте. На Lancer Evolution. Как тут играться-то в эти игры? А чертежи получать. Так, едем. Сложно это. Стрит рейсинг. Нормально. Поэтому, если вы такой средний игроман, то прям рекомендую Meizu M6. 100 баксов стоит, плюс-минус 10. Ну, короче, 6500, его можно в Китае взять. Если вам нужен данный телефон, то пишите в комментариях. Где я покупал, отставлю ссылку. Так, едем тут. Машинка тут едет сам. Сама вот этот, по-моему, на максимальной графе. Сейчас проедем это все дело. И потом уже... О, отличный дрифт. Хотя я не знаю, Лэнсер так может. Так, и включаем нитро. Нитро, конечно, в воздухе включать нежелательно. Но игра нас переносит прям. И даже если эта графика не максимальная, то... Но она не такая ущербная, на самом деле. Короче, Асфальт 9, я так понимаю, это одна из тяжелых игр. World of Tanks, конечно, потяжелее. Так, сейчас нам надо искать настройки. Настроечки. Я не в курсе, где тут настройки. Еще есть просто игры, которые сами подстраивают под себя настройки и чтобы человек ну, как бы особо не думал. Так, ну что, игра в принципе идет плавно, иногда есть, конечно, подтормаживание, ну, если вы их заметили. Я сейчас, в принципе, нормально отыграл, отъездил. Проблем лично у меня не возникло. А, вот настройки. Настройки игры. Звук и дисплей. Качество, стандартное. Была высокое качество. И давайте на высоком. Это будет действительно перезагрузить. Я перезагружу, у меня как бы. Это я сам должен нажимать перезагрузить. Ну ладно. Окей. Сейчас высокий графон. И сейчас, мне кажется, мы должны заметить фризы. Ну, замечу, что здесь стандарт и высокая графика. Низкой нету.
Может, поэтому на некоторых телефонах данная игра и не идет. Сейчас будем проверять. Заметь, что загрузка стала долгой. Дать прогружает. Может, даже не загрузится. Загрузился. Так, ну по графее пока ничего не увидел. Тот же Lancer. Ну, заставка, в принципе, не тормозила. Жалко, тут нет счетчика кадров. А, вон что. Ну, это, конечно, да, такая школьная все-таки тема. Но здесь я уже чувствую, да, видно микрофрезы. Но также играбельно. Увидели ли вы разницу? Напишите в комментариях, что увидел. Вот именно по этой игре. Я вижу только... Ну, мне кажется, что поддергивается изредка. А так, в принципе, вполне играбельно. Так что Asphalt 9 можно будет поиграть. Напомню, цена 6000 рублей за телефон. С охеренным экраном, как я считаю. Так что, кто говорит, что Meizu M6 не для игр, нельзя поиграть... Я такой игры не встречал. Пишите в комментариях, какую игру вот этот телефон точно не потянет. Напишите название игры, и я сниму видос, и тогда... Ну, мне просто самому интересно, потому что я реально не встречал таких игр. Но как бы я знаю, что когда в Play Market заходишь, тебе игры будут прилагаться, которые пойдут именно на твой телефон. Есть такая функция. Ну, так как бы тяжелых игр, там, если искать их, то только вручную. Вот, поэтому напишите какую-нибудь тяжелую игру. Но я думаю, Asphalt 9 это одна из тяжелых игр и World of Tanks. Если вы знаете такую игру, напишите в комментах. Так, а мы к другой игре. В принципе, все, мы прошли. Все тяжелые игры. Теперь, в чё я лично играю? Я играю вот... Tower Defense, вот это вот сбирание на гору, Hill Climb Racing. Отличная игруля. Вот если вы не играете в асфальт, в танки, этого телефона прям за глаза для таких казуальных игр вполне хватит. Как бы все достаточно круто идет и без всяких торможений. Так, это мы тут на Луне, тут гравитация понижена, поэтому можно делать сальтухи как вперед, так и назад. Но главное не увлекаться, как вот я сейчас увлекся. Вот, поэтому в эти игры никаких вообще проблем не возникнет у вас. Потому что, я и говорю, этот телефон потянет, в принципе, все игры. Я не встречал такой игры, которой телефон не потянул бы. Да, не всегда на максимальной графике, но те, которые на максимальной графике, я в них как бы не играю, поэтому мне как-то по барабану. Вот вторая часть, она более живописная. Отличная игруля. Я, правда, вот в эту я и не играл. Потому что у меня игры установлены, это, ну, я не один играю в игры, поэтому. Вообще на мобильном я редко играю в игры, когда там, ну, если куда-нибудь в автобусе там едешь или еще. В автобусе я езжу редко. Когда свободная минутка выдается, можно поюзать. А так в основном играние мне на компе хватает. Так, что-то у нас мопед не едет. В принципе, я думаю, любой другой китайский телефон за 6000, ну, 6000 с Алиэкспресс. Потому что тут, наверное, телефон подороже будет у нас. Вот, мне кажется, у них характеристики у всех одинаковые, но Meizu, мне кажется, он, ну, визуально он, мне кажется, выглядит немного получше, чем одноклассники. Когда приходишь на... Давай мопед! Ну, когда приходишь на день выпускников, и кто-то все равно выглядит не так, как выглядел
на выпускном. Так что ты и проигра. Так, все. Значит, с этими разобрались. Tower Defense — это гений обороны. Даже не знаю. Ну, сейчас что-нибудь тыкнем, конечно. Итак, это проваришь какого-то. Надо ходить незаметно. Подворовывать, так скажем. Так. Не, такую игру я вообще даже не хочу смотреть. Она как бы идет, но я не любитель вообще. Так. Ну, давайте еще какую-нибудь казуальную гоночку. На этом закончим. В принципе, все игры идут. Если кто-то говорит, что на этом телефоне чего-то поиграть не удастся, но они просто, наверное, не держали этот телефон в руках. Вот. Поэтому я много слышал, что данные игры там не для телефона, чтобы не поиграть, не знаю. У меня почему-то все игры идут. Так, а тут что, Drag Racing какой-то? Тут прыгать надо. Понял. Все, понял. Я думал, тут это немного по-другому. Так, сейчас продолжаем. Вернее, заканчиваем уже сейчас вот. Теперь я понял, что надо. Я думал, тут как педаль переключать, тут что-то по-другому. Очень поздно. Как ускорение, что ли, какое-то. Ну, опять я, короче, выиграл. Все, всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вы оценили по достоинству мои труды. Я долго собирался это видео пилить, но в итоге запилил. Вот. Поэтому все играбельно. Телефон играет. В блокнот даже работает. Вот, игр, сами посчитайте, тут, блин, их устанавливаю, ставим. Потому что на предыдущем телефоне у меня было то, что либо одна хорошая игра устанавливалась на 400. Там оперативки то ли гиг был, то ли 512. Вот, либо одна хорошая игра, либо две нехороших игр. А тут проблем вообще нет. Напомню, тут 3 гига и 32 своих. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.